фирме «Ортокосмос» уверены, полноценная жизнь возможна практически при любых физических ограничениях. С 1992 года они доказывают это, изготавливая протезы и ортезы. Их работу отметили на высоком уровне. В конкурсе «Лучший социальный проект года» компания победила в номинации «Высокотехнологичное протезирование конечности и реабилитация инвалидов». Нас по всей стране знают хорошо, и многие, кто хочет получить хорошие изделия и хороший уровень реабилитации, стремятся из любого региона приехать к нам для того, чтобы восстановить утраченные функции. В «Ортокосмос» применяют новейшие технологии и используют в протезировании комплектующие лучших мировых производителей, стремясь повысить качество жизни людей с инвалидностью. В компании оказывают поддержку военнослужащим, получившим ранение при исполнении своего долга перед Родиной, а также паралимпийским спортсменам. Мы сейчас вон где находимся? Мы находимся в сборочном цехе. Здесь, собственно, окончательная сборка протезов происходит. Вот, например, одно из самых функциональных изделий – это протез бедра с внешним источником энергии. Коленка электронная позволяет достаточно серьезный уровень безопасности пациенту обеспечить. На сегодняшний день здесь работают 50 человек. Среди них специалисты по протезированию, врачи и реабилитологи. Сергей Усенков трудится на этом предприятии 18 лет. Он уверен, что это дело его жизни. Работа очень классная, классная, да. Помогаем людям с ограниченными возможностями. Работа доставляет на самом деле удовольствие. Если бы она не доставляла, ну, я не знаю, я бы, наверное, уже давно здесь не работал, да? То есть, ну, так вот. На работу с песней и с работы с песней. Компания растет и развивается. Главный офис расположен в Мытищах, но в планах расширение производства. В ближайших планах у нас открытие полноразмерной мастерской в Москве. Мы сейчас проводим ремонт помещений, подготовку и надеемся, что с января мы запустим эту полноразмерную мастерскую, что даст возможность нам более удобно оказывать услуги людям, проживающим в Москве и в Московской области. О своей победе в конкурсе «Лучший социальный проект года» говорят скромно. Ведь самое главное для руководства и коллектива компании – помогать людям, сделать их жизнь полноценной, а возможно и счастливее. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.